Уважаемые кировчане, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Эта победа – одна из самых важных и достойных страниц в истории нашей страны. Это великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которым мы обязаны гордиться. Мы должны бережно хранить, передавая из поколения в поколение, память о солдатах, воевавших с фашистской Германией, о самоотверженном труде миллионов стариков, женщин и детей в тылу. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Вы не только победили в той страшной войне, вы вернулись с поля боя и подняли из руин свою родину. Именно благодаря вам мы можем сегодня растить своих детей в свободной, развивающейся стране. Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя и отдал свою жизнь за светлое будущее каждого из нас. Уважаемые кировчане, в День Победы желаю вам мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и любви к своей родине.